два, один, и всем здорово, с вами Кротобор, и сегодня со мной Криспи и Лорд. Гузямбы. Короче, не слушайтесь. Из-за них у меня дубль не получился. Дубль не получился. И, короче, я переснимаю, так говоря, эту серию. Если что, это 12-я серия, часть рубрики выживания не спидран. Это всемирный закон такой, чтобы место не тратить. Наш символ вообще-то Да не хватит уже. Уже тут скоро ночь, вот. Блин, ё-моё. Не очень удачно. Ты портал в ад ходил? У меня это... Там он не это, не очень. То есть ты все вещи оттуда собрал? Ну да. Вот, кстати, вот что у меня есть. Ты можешь пигменами так. Ты золото, ты же понимаешь, что золото это то же самое, что дерево и кожа. Ты не знал об этом? Это подводное дыхание, фигня. Да ё-моё, такс. О! Что такое пиар? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что такое пиар. Это вот там. Справа, снизу. Напиши. Еще, кстати, помните, я вам говорил в какой-то тоже части, выживания, что если на этом видео на моем канале наберется 20 подписчиков, то я выпускаю. Запускаю стрим, наверное, двухминутный, и делаю всю неделю, каждый день один ролик. Как вам такая? Как вам такой базар? Неважно. Так, в этой серии я хотел сходить в пустыню. Потому что мне, блин, стекло нужно. И сейчас я передаю свой комп Ники. Ой, блин, Лорду. Все. Всем привет. Сейчас буду играть я. Всем пока. Это я сейчас Кротобор. Играет, да, вау, вот. Хороший звук. Отвык уже играть без звука майнкрафтского. Травка, травка, травка. Когда у меня рука вот такая зеленая будет, потому что... Ой, жалко, то, что у меня подлаги. У меня фиолетовый скин, я королева. Кстати, Смотри, вот, с этой горы он упал в прошлой серии. Потому что он шизы. Хватит! Вот-вот, хватит уже. Неприятно человеку слышать то, что... Я не знаю, зачем. Никто ничего не видел. Ура. Люблю кактусы. Я не хочу убивать кругов. Они слишком милые. Хотите тоже комментировать про других? Они мои конкуренты. Я не умею дремить. Ты потратил землю? Да я знаю, я не в первый день играю. Вот, я буду... Плюсы Майнкрафта — это то, что ориентация в местности. Это один из плюсов Майнкрафта. Так что, если вам не разрешают скачать его, то, в принципе, это лучший способ уговорить
О, смотрите, там река. Река, зачем пахать всю землю? Не надо, да иди. Хорошо. Лучше иди. А, просто буду все время вперед идти. О, вот да. Всё, подождите, я еще не дошел. Я вот! Обосраться. А почему? Фиго. Это у меня там даже экран. Офигеть. Что, блин? Это генерация мира. Красиво. Слушай, ты сейчас потеряешься со своим генератором. Очень красиво. Это что за Skybox? 12 секрет. Передайте мне, пожалуйста. Хорошо, садись. Пускай садится этот. Здорово, я кротовор. Сейчас я своим инди-лобидом покажу, что там. Ничего, ничего. Ничего. О, уголек. 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 Устик. Идите вы. Кое-куда. Кстати, когда-нибудь я себе нормальную шапку и аватарку сделаю. Просто сорян, мне было лень делать себе хоть какую эту аватарку. Я скоро нарисую ее нормально. Какая аватарка? Просто... Да, мне кажется, это вода без уголёк. Да, все сейчас нормально. Я играл с... Да, не обращай внимания. Нет. Откуда этот столб с водой был? Да. Сошел с ума. Откуда там летающие блоки? Мне кажется, это вот Skybox. Это Skybox. Skybox. Ё-моё! Опа. Мама, купи мне блюдо. Здорово. Всем здорово, пацаны. Сегодня... А вслед... ты понимаешь, что тебя смотрят не только пацаны, но и девочки, да? Осуждаю. Не осуждай меня. Не осуждай, позже меня. Давай, воду прыгни отсюда. Воду прыгни, давай. Не-не-не, спасибо, не спасибо. Дай я прыгну. Уи! Все, я передаю экран Криспи. Криспи, который не умеет играть в Майнкрафт на компьютере. Водичка. 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 Уголек. Это сахар. Блин, его еще переделать. А, ну ладно, какая разница. На-на-на. Утонула. Почему у него колючки вот тут вот, они вот так вот вылезают немножко, а вот тут они просто плоские. Логика Майнкрафта. Ты что, обалдел? Таран-тан-таран-таран-тан. Таран-тан. Мэджик. 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 Кустик. Мне кажется, я впервые вижу кустик. А почему с него палка выбила? Какая разница? Логика Майнкрафта. Кактус падает. Зато дерево, если сломать, оно не упадет. Почему такая логика? Да, но без модов. Почему кактус, если сломать нижний, он упадет? Вот смотри, ломаем, он падает. То есть, если сломать вот это... Оно не упадет. Помогите, помогите.
помогите, 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 помогите. Логика Майнкрафта. Да! Я ударилась. Я умираю. Нога болит. Алей, 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 алей. Какая Милана? Колик убийца. Таран-тан-тан. Таран. Далей, алей. Да не надо. Передаем кому-нибудь, какая разница, пофиг. Наркоману Петровичу. Наркоман Петрович. Все, я сейчас тоже набухался. Буду так же играть, как надо, как Криспи. Я нашел странное существо. На нем было написано 9. Нельзя видеть то, чем мы занимаемся, когда мы не играем в Майнкрафт. Когда мы играем в Майнкрафт вместе без видео. Если это кто-нибудь видит, то мне кажется, кто-то лопнет от смеха. Кто-то же лопнет. Дерево. Покажи, что это Майнкрафт. Я еще на другой набух. Не, не хочу пока что. Я еще не настолько... Я еще разработал... Нет, разработал еще не настолько, они еще не, на... не набухались. Сейчас реально такое бывает. Да, такое бывает. Собаку коляк сидит. Типичная набухавшаяся Криспи. А ты что ждал от нас с Логаном? Мы Криспи. Откуда все мигальты? 5 мигальтов. Вообще не мигальты. Вы ми... Вот и мигальты у тебя в руке. А, 5 эмиральдов у тебя в руке, да. У тебя 5 эмиральдов в руке. Окей. У тебя 5 эмиральдов в руке. Чё? Чё? Пишите хэштег, хэштег Лотте Криппи дебилы. Иди сюда. Оценим. Кто... Давайте, если на этом видео наберется. Нет. Нет, да блин. 20 лайков. То будет 20 подписчиков. Да. Смотрите. Иди нафиг. Короче. Наберем, набираем 20 подписчиков до Нового года. С меня 2-минутный стрим. И всю неделю эту. Наверное. Всю неделю я выпускаю по одному ролику. Договорились? Потому что я посмотрел на аналитику. И, короче, 100 просмотров. У меня на канале больше 100 просмотров. И знаете, сколько подписалось на меня незнакомых людей? 0. 0. Если кто на английском смотрит. От два шизанутых. И смотрите, если все, кто это видео подпишется, то будет... Нет. Нет. И все, те, кто подпишутся, я попытаюсь их вычислить и на них тоже подписаться. Или я оставлю в своем профиле на свой телеграм-канал, где я запущу какой-нибудь пост, и вы на него подпишите напишите комментарий, и если вы ютуберы, свое название канала. Я на вас подпишусь. Договорились? Окей. Да блин. И короче, ну, мне кажется, на этом хватит. Как бы и так уже 40 минут затянули. Было самое веселое видео на его канале, потому что он это снимал с друзьями. А постоянно он бубнит что-то, не пойми что. Мне кажется, всем смотреть скучно, так же, как и мне. Ну, с этим не могу отказаться. Ну, всем пока. С вами был Кротобор. Криспи. И Лорд. Пока. Всем пока.